Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня тема лекции, видеоурока пищеспазм. Что такое пищеспазм? Это нарушение мышц, либо правописания, каллиграфии. Вот человек, допустим, все функции у него руки нормальные, мышцы нормальные, а вот берет в руки, скажем так, перо, либо ручку, начинает писать, и у него расстройство. Расстройство вот этой вот каллиграфии. И когда происходит вот это вот расстройство правописания, скажем так, ну, как хороший почерк проявляется у человека расстроена эта вся функция, то что? Здесь можно обратиться к точке IG4 в Ваньгу. Здесь хотелось бы подчеркнуть, что пищеспазм не проявляется у детей, потому что дети стараются писать правильно. И когда, то есть, когда им надо, когда они устают, они прекращают писать. Человек нет. Из-за своей надменности, гордыни, человек может прямо что? Писать, не отрывая руки, страницу, две, а потом эти мышцы устали, расстройство произошло внутреннего мира. И что? И у человека начинает проявляться первое проявление пищевого спазма. Как только это проявилось, точка IG4 Ваньгу вам в помощь. Нужно просто-напросто работать с этой точкой, которая не будет давать проявляться пищевому спазму. Спасибо за внимание.